Подарки, символизирующие смерть и разлуку. Все мы любим получать и дарить подарки. Во многих культурах и странах те или иные вещи несут позитивный или негативный заряд. Одни вещи не рекомендуется преподносить в качестве подарка в Китае, другие в Индии, третьи в России, так как являются предвестниками негативных событий и изменений в жизни человека в худшую сторону. Итак, давайте узнаем, какие подарки символизируют смерть и разлуку. Китай. 1. Часы. В китайской культуре часы ассоциируются с смертью, и дарить их считается дурным тоном. Вместо этого выберите другой предмет, например, традиционный китайский шелк или чай. 2. Ножи и другие острые предметы. В Китае подарок в виде ножей или других острых предметов может считаться символом разрыва отношений. Вместо этого выберите что-то, что символизирует гармонию и дружбу. 3. Белые и черные цвета. Эти цвета традиционно ассоциируются с трауром и считаются неподходящими для подарков. Вместо этого выберите красные, желтые или золотые оттенки, которые символизируют радость и процветание. Индия. 1. Кожаные изделия. Многие индийцы практикуют индуизм, и коровы считаются священными животными. Подарки из кожи могут быть оскорбительными для некоторых людей. Вместо этого выберите предметы из ткани, металла или дерева. 2. Алкоголь. Хотя алкоголь может быть подходящим подарком в некоторых случаях, в Индии многие люди воздерживаются от алкоголя по религиозным или культурным причинам. Вместо этого предложите неалкогольные напитки, такие как фруктовые соки или чай. 3. Бытовая техника. Подарки в виде бытовой техники могут восприниматься как намек на то, что дом получателя нуждается в улучшении. Вместо этого выберите декоративные предметы или предметы искусства, которые подчеркивают красоту и изысканность. Япония. 1. Хризантемы. Эти цветы в Японии обычно используются на похоронах и считаются символом смерти. Вместо этого выберите ирисы, орхидеи или другие цветы, которые символизируют дружбу и уважение. 2. Нечетное количество подарков. В японской культуре нечетные числа считаются несчастливыми. Вместо этого дарите парные предметы или подарки в четном количестве. 3. Недорогие подарки. Японцы очень ценят качество и дорогостоящие предметы. Если вы хотите сделать подарок, убедитесь, что он качественный и аккуратно упакован. Россия. 1. Желтые цветы. В российской культуре желтый цвет часто ассоциируется с разлукой и изменой. Вместо этого выберите красные, белые или синие цветы, которые символизируют любовь, чистоту и лояльность. 2. Пустой кошелек или бумажник. Дарить пустой кошелек или бумажник считается дурным тоном, так как это может намекать на отсутствие денег. Если вы хотите подарить кошелек или бумажник, положите в него немного денег или монету на удачу. 3. Четное количество цветов. В России четное количество цветов обычно приносят на похороны. Для радостных событий, таких как дни рождения или праздники, выбирайте букеты с нечетным количеством цветов. Италия. 1. Хризантемы и лилии. Эти цветы традиционно ассоциируются с похоронами в итальянской культуре. Вместо этого выберите розы, тюльпаны или другие цветы, которые символизируют радость и праздничное настроение. 2. Зеркала и ножи. В итальянском фольклоре зеркала и ножи могут иметь негативные ассоциации, связанные с неудачей или враждебностью. Вместо этого выберите предметы, которые отражают радость, любовь и гармонию, такие как керамические изделия или декоративные элементы для дома. 3. Солонка. Согласно итальянским суевериям, подарить солонку может принести неудачу. Вместо этого выберите другие кухонные принадлежности или аксессуары, которые добавят уют и стиль в домашний интерьер. Бразилия. 1. Фиолетовые цветы. В Бразилии фиолетовый цвет традиционно ассоциируется с трауром и печалью. Вместо этого выберите яркие и красочные цветы,
которые символизируют радость и энергию. 2. Наборы для ванной. Хотя наборы для ванной могут быть популярными подарками в других странах, в Бразилии они могут восприниматься как намек на личную гигиену. Вместо этого выберите предметы, которые отражают бразильскую культуру и стиль, такие как местные ремесленные изделия или экзотические фрукты. 3. Черная или белая одежда. В бразильской культуре черный цвет ассоциируется с трауром, а белый – с религиозными обрядами. Вместо этого выберите одежду ярких и красочных оттенков, которые отражают тепло и энергию бразильского народа. При выборе подарка для знакомых или друзей из другой страны важно учитывать местные традиции и этикет, чтобы ваш подарок был принят с радостью и благодарностью. Если вы не уверены, что выбрать, не стесняйтесь попросить совета у местных жителей или друзей, которые знакомы с данной культурой. Главное – относиться к процессу выбора подарка с любовью и вниманием, и тогда ваш подарок обязательно будет оценен по достоинству. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.